психолого-педагогическом медико-социальном центре «Шанс» прошел круглый стол, посвященный Международному дню ДЦП. Инициатором встречи стало Серпуховское местное отделение партии «Единая Россия». За круглым столом говорили о мерах государственной поддержки, реализации партийных проектов для семей, воспитывающих детей с ДЦП. Планировали, что можно сделать уже сегодня на уровне муниципалитета, чтобы жизнь и детей, и их родителей стала немного легче. Прозвучало предложение в школах на уроках о важном говорить с детьми о людях с особенностями развития, в том числе и ДЦП. Организовать мероприятия состязания, где в команде были бы обычные дети и ребята с церебральным параличом. Татьяна Корзубова, депутат Мособлдумы, обещала более детально проработать вопрос с квотированием рабочих мест для инвалидов и организовать совместную команду по следж-хоккею для ребят из Серпухова и Чехова. Важно слышать друг друга, помогать не только ребятам, но и родителям, которым тоже нужно снимать эмоциональное напряжение. Центр «Шанс» предложил использовать для этого возможности их уникального учреждения. Здесь готовы организовать и подготовку волонтеров, умеющих обращаться с детьми-колясочниками. Ну, во-первых, я хочу сегодня поздравить все наше городское педагогическое сообщество с Днем Учителя. И Центр «Шанс» сегодня этот день отмечает вот таким мероприятием. Мы проводим круглый стол, посвященный Международному дню ДЦП. С инициативы вышла наша исполком местного Серпуховского отделения партии «Единая Россия». Максимально нужно стирать грани вот этого общения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Их не должно быть в общении детей, в общении людей. К этому, конечно, мы и будем стремиться и делать все для того, чтобы социализировать активнее таких детей. Родители, принимающие участие в мероприятии, знают о ДЦП не понаслышке. Их мнение об эффективности подобных встреч особенно важно. Такие встречи очень нужны, могу точно сказать, потому что столько вопросов возникает по жизни у мам, которые воспитывают таких детишек. Мало того, они у нас многие не разговаривают. Вот, поэтому очень тяжело, и в школах тяжело. Хорошо, что нам помогает вот «Единая Россия», потому что столько вопросов они помогали решать, просто очень много. Вот. Начиная с того, что предоставляют нам на все наши мероприятия волонтеров и помогают и спонсоров искать, в общем, вот. «Шанс» – это наша жизнь, например, с моей дочерью. Сегодня были как раз вопросы озвучены, которые действительно, я думаю, что будут реально исполнены. Решено было проводить подобные встречи регулярно и обязательно отслеживать результат. Сообща, можно сделать намного больше.